Ночь на 21 марта встали 12 котельных в округе, среди которых котельные Углича, фермы Клементьевского и рабочего поселков. Причина – скачок напряжения на распределительном центре в районе поселка Смена. Также пострадали насосы нескольких водозаборных узлов и канализационно-насосных станций. Как рассказали в администрации, отключение электричества вызвал сбой на региональных сетях. Это большой распределительный центр, от которого запитаны 13 подстанций. Соответственно, они повлекли этот скачок электроэнергии повлек за собой отключение котельных, остановку насосных станций и водозаборных узлов, также КНСки, канализационные насосные станции. Порядка около часу ночи все было восстановлено. Электропитание было подключено. Оперативно устранить последствия удалось благодаря скоординированным действиям администрации округа с «Газпром Теплоэнерго», «Мособлэнерго» и «Водоканалом». Но аварийное отключение не прошло без последствий. Сегодня специалисты «Газпром Теплоэнерго» восстанавливают работу насосного оборудования котельной Углича. Также пострадали насосы некоторых водозаборных узлов и канализационно-насосных станций в разных районах Сергиева Посада. Часть оборудования уже отремонтировали, работы продолжаются. С водой, с холодной, возможно, будут перебои в части города Сергиев Посад. Это на Северном, в районе фермы. Вот та часть города, которая ближе к Угличу, между Угличем вот и Северным, да, там, где Чайковского, Осипенко, то есть вот та часть может почувствовать на себе нехватку холодной воды. Ну, это буквально 2-3 дня. По словам исполняющей обязанности замглавы округа Марии Сороченковой, водоканал уже оплатил закупку новых насосов для скважины КНС и ждет поставку оборудования. Постараемся организовать встречу с Россетями, которые отвечают именно за высоковольтные линии, за питающие центры. Попробуем с ними проговорить те больные точки, которые есть, для того, чтобы мы их знали и что планируется по ним сделать. Татьяна Мельникова, Сергей Власов, ТВР-24.